Приветствую вас и думаю, что ответом на вопрос будет следующее. Во-первых, понять, что мужчина, именно мужчина ваш, вкладывает в понятие «миловидная девушка». Ведь понятие «миловидное», оно, это очень растяжимое. Для кого-то одна девушка мила, для кого-то другая. И надо сказать, что без четкого понимания того, что мужчина под этим представляет, что мужчина видит, вам будет сложно, вообще-то говоря, ему понравиться. Но когда вы действительно увидите, что для него миловидная девушка, вы для себя сразу поймете, а сможете ли вы стать примерно такой же и какой ценой? И будете ли вы в тот момент еще, собственно, вы в личностном смысле? То есть не потеряете ли вы себя, свой имидж, например, свою изюминку во внешнем виде, свою уникальность, как в поведении, так и во внешнем виде? Собственно, вы ответите себе на вопрос, а оно того стоит? И вот, ответив себе на этот вопрос, вы уже примете решение о том, стараться ли понравиться молодому человеку или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку, помогу вам. Если мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен.